Всем привет! Меня зовут Дарья. Я основатель компании «Наветки РФ». Пойдемте со мной на склад, я вам все покажу. Мы занимаем второй этаж здания, и это очень удобно, потому что у нас разграничена зона разгрузки груза. Груз мы получаем с Китая примерно раз в неделю, и само помещение у нас состоит из 5 отдельных комнат, каждая из которых со своей функцией. Перед тем, как мы зайдем, каждый сотрудник переобувается в сменную обувь. На складе должно быть чисто. Это комната, где производится весь контент для наших социальных сетей. Мы делаем здесь профессиональную съемку для нашего сайта, также записываем видео для нашего YouTube-канала. Мы используем разный реквизит для съемки, для того, чтобы был понятен реальный размер товара. В помещении два больших окна, плюс мы используем профессиональный свет, для того, чтобы максимально передать реалистичный цвет. Здесь я работаю как мастер, создаю искусственные деревья, цветочные композиции, фитомодули. Также для наших клиентов мы здесь можем укоренить искусственное дерево, транспортировочное кашпо. Это зона упаковки. Чаще всего мы используем вторичный картон, потому что это экологично. Заказы нашим клиентам мы отправляем преимущественно транспортными компаниями. В основном это СДЭК, а также Почта России. В упаковке у нас есть определенные стандарты. Каждый груз оценивается по шкале S, M, L, XL. Для того, чтобы упаковка была компактной, а также чтобы не ехала коробка полупустой и чтобы клиент не переплачивал за габариты. Здесь в основном хранятся цветы, а также отложенный товар. Если, например, клиенту приглянулся какой-то товар, но он переживает, что он закончится, либо долго определяется заказчик, мы можем после оплаты отложить данный товар и затем после, например, новой поставки отправить все вместе одним грузом. Мы продаем товары для интерьерной флористики, где каждое растение максимально схоже с живым цветком. Это наш основной зал, здесь хранится большинство нашего товара, каждый товар имеет свой артикул. Это рабочая зона, где принимаются заказы и происходит общение с клиентом. А здесь проходит мозговой штурм и принимаются ключевые решения. Заказчики искусственной флористики – это преимущественно коммерческие помещения. Салоны красоты, отели, гостиницы, рестораны. А также есть частные заказчики, которые используют искусственные композиции ручной работы как предмет интерьера. На мой взгляд, любому помещению нужны растения. Так интерьер выглядит более законченным и свежим. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, заглядывайте в наши социальные сети, а весь основной ассортимент вы можете найти на сайте наветки.рф.